Дивіться, у мене в руках палка. Палка сьогодні не просто так, тому що, по-перше, ми будемо сьогодні з нею робити корисні вправи, а по-друге, зараз розкажу вам історію зі свого власного життя. Було таке в моїй... Так, не дивуйтеся. Ми не показуємо нашу гостю, зачекайте. Займався я греблею. І от наш тренер казав, якщо ви випали з байдарки, ви отримуєте веслом по голові. Якщо ви не віджалися там 30 разів, як він просив, веслом по голові. Тож, від кого сьогодні я отримую палкою по спині? Будь ласка, вітайте. Привіт! Привіт! В нашій студії Роза Гетьманська. Ми поговоримо сьогодні про зарядку для нашої спини, для того, щоб завжди її тримати в тонусі. І, в принципі, це буде такий, знаєте, варіант для лінивих, для того, щоб все ж таки ми не втомлювалися. І дякуючи тому, що у нас є гаджети, весь час нахилена голова. Ну і далі, в принципі, передаю слово Розі. Доброго ранку! Да, добре утро. Я для вас, на самом деле, подготовила дуже класний комплекс, який помог многим дівчатам, мужчинам виравняти спину. Да, следить за своей осанкой, раскрыть самое главное грудной отдел, потому что мы все время ходим, да, наша голова под наклоном, она достаточно-таки тяжелая, и когда мы ее выдвигаем вперед, то есть идет очень большая нагрузка как раз на шейный отдел. Так. Первое, что можно заметить, появляются легкие такие головные боли, усталость, вот, да, хочется ее обратно так помять, помассажировать. Вот. И сегодня будет именно тот комплекс, который поможет избежать головных болей, раскрыть грудной отдел и выровнять нашу осанку. Але, Роза, ты бачишь, я снова до вас на тренування в прямому ефірі готова как бы, в формі. Максим, де твої виправдання? Де на фізкультуру форма? 7-4, тобі 5. Давай щоденник, зараз будемо вирішувати. Коротше, суть в чому. Ми будемо відстоювати дві різні позиції. Дівчинка красива, завжди за собою слідкує. От у тебе форма постійно. Так, да, у мене в сумочці завжди є форма і гантелі. О, так. А в мене нічого немає. Я от мужик. Я помию один раз голову на 2 дні і вже красивий. От, і не потрібна мені форма. Ну так, да, мужчина в цьому плані. Как в анекдоте про девочку. Хочу быть похожа на папу, ему не надо краситься. Он всегда красивый. Так. Ну что, давайте начинать? Давай. Да. Помимо того, что у нас есть палка, я думаю, у каждого мужчины есть ремень. Вау. Так. У меня это специальный, но вы можете использовать просто обычный ремень. Я специально взяла 2 инвентаря. Если честно, это обычная палочка, купленная типа как в Эпицентре для швабры. То есть у каждой девушки есть швабра дома, думаю. У меня тоже есть. У мужчин. Хорошо, бери. Вы на самом деле поменяетесь. Первое упражнение. Нам нужно стать ровно, подкрутить таз, чтобы не было прогиба в поясничном отделе. А девчата любят так работать. Да, и это не всегда хорошо, потому что развивается еще такая болезнь, как лордоз. Ну, в общем, об этом мы в следующий раз поговорим. Теперь мы выводим перед собой руки. Я тебе сейчас дам. Наш ремень. Наша задача сделать прокрут в плечевом поясе, не сгибая локтей. И чем уже мы берем палку либо ремень, тем лучше. Но здесь нужно следить, чтобы не было сильной боли. То есть делаем прокрут назад, ровная спина, таз подкручен, прокручивай. Если не пускает, берешь шире. Полностью назад прокручивай. Чувствуешь, растяжение идет и раскрытие грудного отдела. Да, и возвращаем обратно. Ух ты! Так. То есть, если выполняете этот комплекс с утра, это займет у вас 5-10 минут максимум. Либо, когда вы устали на работе, 5 минут сняли ремень. Не-не-не. Ну, знаете, с временем одна ассоциация. Приходишь после школы, после невдалого трудового дня в школе, и батько уже тримает ремень, каже, наказание. Ну что, показывай. Макс, але я знаю, где можно будет взять эту палку. У нашей прибиральницы ты можешь зранку прийти перед эфиром и сказать, так? Малочка. Я зараз все зроблю. Я тобі скажу, просто у нас настільки прекрасна фея нашої чистоти в офісі. Я прийду до неї і скажу: Галюнічка, дайте мені, будь ласка, швабру позайматися. Вона каже: братик, та звісно, бери воно, помий отам. Да, ще ж є звичайний пластиковий, там теж відкручується. Тобто ми робимо такі, ну, 10-15, так, максимум 20 повторений. І не поспішаючи, да? Можна немного швидше, але саме головне це зафіксувати таз, тобто не провалювати. Іначе вся нагрузка буде, да. То есть здесь мы четко работаем над грудным отделом, над раскрытием так, его. Так, Роза, а ну вот таз я ось зафиксировал. Да, так, вот ты очень красиво стоишь. Так. Эффектно. Вот, возьми шире, пожалуйста. Так, ось пока так. Полностью не прокрутишь назад. Прокручивай полностью вниз. Чувствуешь, вот здесь идет растяжение грудной мышцы. У меня тут не тянется, але тянется десь в районе лопаток. Да, здесь тоже ромбовидная мышца. Ты сводишь так. И разводишь. Возвращай обратно. Тоже. Очень важно, чтобы был этот прокрут плавный.
То есть без вот этих резких движений в суставах наших плечевых. А вот что краще працює, палка чи все-таки ремень? Чи це, ну, не так важливо? Здесь немного проще, она подвижная. Палка, она сразу фиксирует, и здесь тяжелее тебе, ну, как бы помочь самой себе. Вот так вот, бери весь удар на себе. Да, но у тебя же ремень есть, поэтому ты... Шо-шо? Ремень у тебя же есть, говорю. Снимай, в любой непонятной ситуации. Так, следующее упражнение. Поднимаете вверх, вы, кстати, можете меняться. Сейчас мы будем... Давай. Ты спробуй. Вот, ты попробуй, кстати, ремнем. Так, можно вот так вот еще потом? Пах. Да. И по прессу. Так, так, а ну, секундочку, дайте мне хвилинку. Так. И каждый раз, смотрите, как только у вас уже получается легко проходит, да, вот через плечевой пояс прокрут, вы просто берете уже палку, либо ремень. То есть Так, а в идеале, насколько повинен бути вузький хват, чтобы ну, смотри, я так выйду, чтобы вас не ударить. Ну, я уже вот беру более так, вдвойне его. Так. И тоже делаю вот прокруты. Ага. И с каждым разом все уже. Чем уже, тем больше вы раскрываете просто грудной отдел. Укрепляются очень хорошо мышцы, которые, в принципе, и держат спину. То есть, по сути, задача сделать тонус. Так. Да, ух да. ты. Так, теперь... Мы зафиксировали палочку вверху, точно так же широко, как и было. Ага. То есть удобный прокрут. Мы делаем прокрут одного плеча назад. Но здесь внимание. Вот вы держите, делаете прокрут, но вторая рука у вас зафиксирована четко вверху. Не убирайте ее за голову. То есть она хочет уйти. Давай то плечо, я тебе это подержу. Смотри, вот у тебя рука. Делай проворот. Верхняя рука зафиксирована полностью вниз. Так. И возвращается обратно, конечно. Ого, я дотягиваю. То есть большая амплитуда. Можно чуть-чуть шире взять. Я скрываю тим луком, знаете, для стрел. Дело в том, что вот вы сейчас сделаете комплекс и просто скажете свое ощущение. То есть у вас сразу же будет такой прилив тепла, кровообращение улучшается. Ну от я по спині відчуваю, прямо по хребту, от у мене таке тепле відчуття йде, і я прямо відчуваю, як я давно тут не розминала, і от воно прям от, ну, м'якішим наче стає, знаєш? Так, тільки все одно поясничний відділ максимально нужно подкручувати, щоб работал грудной. Да, іначе ви стоїте на поясниці, і как бы все равно нагрузка йде на поясничний відділ. Так. Есть, так, нелегко, я тобі скажу. Да, то есть 10 на одну руку, 10 на другу, вообще весь комплекс 5 минут. Утром сделали, вечером вообще так. Ощущение обалденное. Фух, прикольно. Следующее упражнение мы делаем прокрут полностью назад и выводим вперед, не сгибая локтей. На палку. Просто так решили, да. То есть вот вы опускаете, отсюда ведете за себя, не сгибая локтей, вниз, таз подкручен, не оттопыривайте, не облегчайте себя. И выводите полностью вниз. Подождите. Шире возьми. И вот сюда ты опускаешь, а отсюда выводишь. О, так. Приятно, ну, да? Ну, в детстве, я думаю, тебе не так палкой приятно было, как сегодня. Ну, від тренера, звісно, ні. Сегодня классно, ты знаешь. Так. Да. То есть максимальный прокрут заводите назад, опускаете вниз. И, да, не сгибая. Боже, как красиво. Ой, божечки, я себе сразу такую кластилашку и відчуваю. Знаете, как на это можно смотреть бесконечно, да? Как течет вода, горит огонь. И я просто знущаюсь над ведучими. Блин, я это люблю. Так, мне подобается, так сейчас. Да, и полностью вниз опускай. Я так не подумаю. Не-не-не, ты просто ровненько стой, не проваливай. Просто вниз опускай. Так. Здесь ты чуть расслабила, опять выводишь. Я скелли, я зафиксована. И бери так, чтобы было комфортно, боли, чтобы не было. Так. Поїхали. Таз підкрутили. Ровна спина, макушка, тянемся в потолок. А, вниз. Так, і поїхали. Слухай, це дуже круто. Я, до речі, скільки я різних комплексів пробувала і тренувань, але отак от на спину, на руки я ніколи не робила і не знала, що можна зробити. Ну, тому що от таких комплексів ви особо нігде не знайдете. Можете в YouTube ввести. Этот комплекс мені дала моя мама. Клас! Да. Вот. І он мені дуже допомог розкрити грудний відділ, тому що після второго ребенка у мене автоматично почало закриватися грудний відділ, укорачуватися мишці, брюшна мишця і мишці спини. Они просто были не то, что не в тонусе, но они вообще спину не держали. Обычной лодочкой мне даже сложно было укрепить, потому что я чувствовала больше поясницу. Вот этот комплекс именно дал мне на раскрытие груди, вот прям вот максимально раскрыть и в тонус привести мышцы спины, которые держат теперь осанку. Класс. То есть вот этот комплекс я, конечно, заставляю себя делать каждый день. Палочку, кстати, мне тоже мама подарила. Чтобы наверняка. Треба маму в студию запросить, чтобы она тут разом с Розином сделала какой-то комплекс. Так, до речи, будет даже классно. Да, надо. Так. Так.
Мені це сподобалось, бо воно не дуже тяжко виходить. От здесь просто дуже хорошо. Мене от зараз цікавить, у мене ось тут от з'явилися такі, ну, не те, щоб сильно болісні, але відчуття такі певні, так? Це значить, що я роблю все правильно? Смотри, все время ты находишься в положении, да, немного сутулости вперед. Так. Первое, ты все время класаешь телефон, угу. Да, так. И просто состояние. То есть мы редко там контролируем угу. осанку. И плюс долгое время мы тоже не можем стоять, потому что слабые мышцы. Сейчас ты максимально проработал мышцы спины, вот ромбовидная, которая угу. сводит лопатки и разводит. То есть поэтому ты чувствуешь вот здесь вот такой вот дискомфорт, потому что мышцы ты, так. например, если ты говоришь, не занимался, ты их мало включал в работу, так. сейчас ты их максимально проработал. Угу. Поэтому, да, будет приятное ощущение, и крепатура тоже будет. Так, тобто, клас. Це ось ці три вправи, з яких ми маємо, в принципі, можемо розпочинати свій ранок. Да, і ще комплекс к этому, ага. то есть ви піднімаєте вверх. Давай мені тепер палку знову. А нет. Ну, давай. Давай сейчас покажу. Ну, давай с палочкой. Можно покажу? Так, можно. Сейчас вы поднимаете вверх и одну руку заводите. Да, вот правая у нас вверху. Теперь правую ногу мы выставляем вперед. Здесь мы контролируем, чтобы не раскрывался таз, то есть мы его закрыли. Два тазобедренных сустава смотрят вперед, и мы делаем наклон вперед, ровная спина. Так. Рука, которая находится у нас сзади, мы ею тянем и раскрываем переднюю руку, то есть раскрываем плечо, вот мы тянем обратно и делаем наклон. Здесь у вас будет очень классное вытяжение, начиная, да, вот от позвонка и к ноге. Мы делаем наклон и чувствуем растяжение задней поверхности бедра и растяжение в плечевом. Так, то есть я встаю, правая нога попереду, да, руки ровная спина, и смотри, вот... Ты тянешь руку вниз. Ага, вниз. Вот здесь ты сейчас будешь растяжение чувствовать. И заднюю поверхность. И с ровной спинкой, да? Да. Если сильно тянет заднюю поверхность, особенно у мужчин, согните просто колени. Так, я думала, что я пластична. Але... А тут да, да. право. То есть пока и тянешь себя мягче. Вниз. Вот дискомфорт у тебя будет здесь находиться, в плече, в груди. Не разворачивай таз. Два тазобедренных смотрят вот четко так. вперед. А як же... Ага, вот, вот так. Питание. Ага. Правая ручка, правая нишка да, сверху, да? Да, да. Ага. Не противоположная. То есть мы сейчас вытягиваем полностью правую сторону и да, делаем такие так. наклоны. Да, и поднимайся вверх. Расслабляйся и опять вниз. И обязательно следите за дыханием, то есть спокойно на выдохе наклон. Да, давай пробуй. Так. И вот нижней рукой, чем больше вы тянете назад, тем больше вы раскрываете грудной отдел вот, по поочередной руки. Mm-hmm. Да, вот раскрываем. О, это классно. Где бы еще вас вот это так помучить? Так, слухай, ну приємні відчуття. Мені подобається, що ось ноги розтягують. Да, да, да. Зараз задня. Задня поверхность чувствуется у каждой ноги. Так. Фух. Слухай, дай палицю я спробую. Не-не-не. Вот это упражнение лучше делать с палкой, потому что здесь ты четко себя сможешь нормально тянуть назад и не будешь так сгибать локти. Да, так. А стоя можно и с палкой, без разницы. Так, тобто я зараз, поки Макс робить, розбираю. Перша вправа. Ми просто ручки назад, вперед так. можемо робити з ременем або з палицею. Да. Друга вправа. Дві руки вверху. Ми робимо праворот поочередно, ага. по 10 раз, наприклад. По 10 Одной. І та вправа 10 разів. Да? Ну, перша лучше делать 20. 20. То есть там вот пока і в качестві розогрєва, щоб уже брати кожен раз палку. Потім третя вправа. У нас повний Правороти. Покруг. В каждую сторону? Да, по 10 раз. По 10 раз. Самое главное, не сгибать локти. Ага. И не делать через боль, то есть наоборот, чтобы было раскрытие, плавное растяжение. Мы берем просто шире, и с каждым разом, вот можете, если каждый день делать, буквально через неделю вы уже на кулак возьмете уже. Ну, якщо чесно, мені вже, от, і це, знаєте, не робота на камеру, це дійсно відчуття. Тому що я відчуваю, як тут потеплішало, і мені одразу хочеться Раскрыть. Рівніше стояти. Так. Бо до цього в ефірі ми закриваємося, і я бачу десь там в камері з боку, що треба випрямитись, а зараз тільки так, так хочеться. Я підтримую. Єдине, що у мене тільки зараз запитання, бо у мене тягне поперек потягнуло. Попу втягнуло. Это все из-за того, что вот так вот стоишь. В некоторых упражнениях мы автоматически начинаем себе облегчать. То есть именно вот тем, что оттопырим таз назад. Здесь обязательно подкрутить его, чтобы полностью работа была только на грудном отделе. Так, тобто я повинен просто-напросто завжди пам'ятати про те, що таз підкрутив і все. Да. Да. Так, слухай, а є ще такі вправи, коли ти, знаєш, намагаєшся стати біля стінки рівно і, типу, трішки постояти якось? Да, і пытаться так ходить. А, так, але да? важко. Конечно, ну, вот типа, вот отстройка должно быть 5 точек прикосновений. Да, вот, то есть голова, лопатки, да, там ягодицы, икроножные, вот, ровненько выстроились. И вот отходишь, да,
А потом спустя 5 минут подходишь и проверяешь, насколько ты округляешь опять спину. А колено загинать можно? Ну да, ты ходишь уже в свое... Не, когда стоишь, нет. А когда выравниваешься, то есть ровная осанка. А потом походил там, подошел опять и посмотрел, насколько у тебя, оп, опять. Вот, Роза, тоді давай, знаєш, так на завершення... Вправи класні, розуміємо, що треба. Але от я переконана, що, наприклад, і мені завтра зранку, коли ми будемо прокататися о 5 на ефір, буде складно змусити себе це зробити. От дай якусь нам настанову, чи мотивацію, чи якось, знаєш, якогось такого чарівного пенделя нам під дубцю, щоб ми все ж таки на палку почали це робити. Влупи. Щоб ми все ж таки почали це робити. Щось нам таке скажи, щоб ми злякалися і почали. Діло в тому, що на самом деле... От нашего позвоночника, да, зависит вообще наше здоровье в целом. Так. Первое, когда идет искривление, у нас меняется дыхание, нагрузка идет, да, и на диафрагму, и на наши органы, то есть идет смещение, привычка сидеть нога на ногу, за столом, на бок. То есть в любом случае нам нужно ежедневно выполнять хоть какой-то минимальный комплекс на спину. Никто не говорит сразу идти в зал от крайности к крайности. Но этот комплекс, он настолько прост... лег в использовании, и плюс времени занимает, ну, 5-10 минут. И после него вы действительно чувствуете себя вот, не знаю, настолько вот раскрытым, раскрепощенным. Это поможет, во-первых, вам быть уверенным в себе, да, еще больше, грация. Ну, в общем, очень классный комплекс. Вы просто давайте так, вы неделю будете выполнять, и сделайте отчет. Давай. Слухай, давай. Просто ваше ощущение. Давай в Инстаграме відмічати, закликаємо наших глядачів так само відмічати телеканал «Правда тут» з відміткою, і потім ми подивимося взагалі, хто з вас витриваліший. Ви чи ми, як то кажуть. А можливо, навіть якийсь сюрприз придумаємо. Мені здається, чи зараз після цих вправ трішки рівніше сиджу, чи ні? Ти взагалі тепер як, знаєш, як маятник такий. Це ефектно. Ефектно зайшов, знаєш, увірвався в грішне життя. І ефектно виходить лунна дорожка отсюда. Так. Слухай, я ще хотів запитати, от я зараз по відчуттям, от, наприклад, так, якщо я встаю, то я відчуваю, що в мене, напевно, ліва сторона, вона трішки чи нижче, чи вище, не до кінця розумію. І от як ці вправи допоможуть вирівняти? Звісно. Есть упражнение, вот называется не комплекс ЛФК, то есть это все гимнастика идет. Упражнение с палкой, у меня были такие истории, девушки приходили, у нас привычка носить тяжелые сумки, у каждой девушки все есть сумки, и обязательно на, одной, ну, на одну сторону. Так, так. И автоматически идет, вот есть от природы, конечно, немного, да, асимметрия, а то прям очень сильно опускается плечо. То есть вот этими упражнениями комплексы, есть еще и на полу лежа они делаются, я вам стоя просто показала, мы ей полностью выровняли два плеча в один уровень. А який був цей термін вирівнювання? Ну, місяця три. Месяца три, но она, ну, как бы, три раза в неделю занималась. Дома она не делала, потому что себя заставить было тяжело. Это завжди за классикой, так. Да, поэтому у нас ушло три месяца, но полностью у нее выровнялась осанка с ровной спиной. Дивись, а так хочется поговорить, что я знаю про спину, ще в школе казали, а сколиозы, все эти моменты, их можно выровнять до 22 років. Потом, типа, оно как фиксируется, и уже сложнее. Так, что ты скажешь уже с досвіду, ну, например, того, как вы девчине выровняли спину? Нужно постоянно заниматься. Почему я говорю, что даже если не каждый день, но хотя бы через день, да, потому что вот со временем начинает это все костенеть, привыкать к этому состоянию. Если вы не раскрываете грудь, не растягиваете мышцы, еще очень классное упражнение отжимания. Да. От пола, да, только опять же таз мы подкручиваем, мужчин с этим делом проще, чем у женщин. Да, обязательно с колен. Так будет проще, чтобы прочувствовать, как растягиваются грудные мышцы на широкий хват. Да. И нужно постоянно поддерживать. То есть, хотя вообще... Вік не важливо, да? Нет, тем более дети даже, да, вот возьмем 10-11 класс, опять за телефонами, плюс мы сидим, никто же не сидит вот так, как нас учили в первом классе, с круглой спиной. Но, если честно, я вот привела ребенка в первый класс, и на собрание, только вот было собрание, еще не собрались дети, преподавательница, она сразу нас посадила и говорит: вы родители, я вас учу, как правильно сидеть. Ваша задача — контролировать вашего ребенка во время выполнения домашнего задания. То есть она четко посадила, выровняла спину, как правильно ставить ноги, как ложить руки, как должна быть страя. То есть, ну, как бы здесь, в школе, в Киевской, учат детей изначально. Так, у нас такого не было. Викладачі, передаємо вам велику подяку. Да, тому що, ну, в школі, як то кажуть, вчать, 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 і слава Богу, що вчать ще й правильно тримати остатку. Ну, ти знаєш, я зараз, якщо без жартів сказати, якби був капелюх, як у Боярського, то я б просто зняв на знак пошани, тому що це дійсно важливо.
Бо нас не вчили також. Ну нам казали, але ніхто не контролював. Знаєш, оці жарти про лінійкою по руках, коли щось неправильно робив. Так, чи важна підход. Так, а тут... Тобто, тут настільки заінтересовують, що от, посмотрите, як ви красиво сидите. Як це з сторони, так, от, і зразу так, ну, хорошо. Знаєш, ти сказала про заохочують, і пам'ятаєш, у нас була розмова з психологом, до речі, шановні глядачі, можете перейти на наш YouTube-канал, подивитися, по-перше, минулий комплекс з Розою. Ми робили на знищення апельсинової шкірки у дівчат, а також підтягування нашої п'ятої симпатичної красивої точки. Так. Ось, тепер у нас буде новий комплекс, але там психолог розповідав, що якщо дітям якісь позитивні моменти емоційно забарвлювати, вони будуть краще це сприймати, бо завжди емоційне забарвлення, що ти зробив, а куди пішов, ну, тобто, коли сварять. І щось позитивне вони не хочуть через це робити, тому якби мотивуйте емоціями. Так, а у мене тепер теж є нагальне запитання, от дивися, я от сиджу, так? І у мене таз, він повинен як бути? Трішки назад, чи все ж таки його підкручувати? Як правильно? Смотри. Первая проблема очень у многих из-за того, что недостаточное растяжение, да, растяжки так. нашей, мы сидим на копчике. То есть вот у нас поясница уходит, да, подкручивается так. таз. Это неправильное положение, потому что дальше автоматически у нас округляется грудной отдел. Так. Поэтому нужно заниматься стретчингом хотя бы немного, вот даже вот наклоны вперед, для того, чтобы мы сели на наши... Филейную частину. Да, так сказать, не на копчик. На прекрасную точку. Яка завжди, до речі, шукає пригод. Так. Ну, як же без приключень. Вот. І от прям сильний спеціальний перелом не нужно делать. То есть удобное положение, при том, чтобы грудная клетка у нас вот смотрела вверх. І головою ми должны, макушка все время тянуться в потолок, ровна спина. А ось ця ямочка повинна при правильній постаті дивитися нагору саме. Так? Да, чи... чем больше мы выталкиваем грудной отдел, то есть не за счет поясницы, то, что мы прогнулись, а просто за счет того, что мы раскрываем его, тем правильнее наша осанка, то есть раскрытие плечей. Я маю запитання. Ми сидимо на м'якому, любимо сидіти на м'якому, але на м'якому одразу так хочеться раз-два, і я вже лежу. Но м'яко... если ты долго полежишь, ты же все равно чувствуешь как-то дискомфорт в каком... Ну вот это неправильное, да, положение, даже лежа. Я користуюся змогою полежать. Ні, а якщо серйозно, то краще на якому сидіти? Бо я знаю, наприклад, в школі нам казали, на твердішому краще сидіти. Тому були стільчики такі тверді. В університеті ми завжди боролися за м'який з такою спинкою круглою, де можна провалитися. Але в той самий час ти розумієш, краще посидіти на дерев'яному, такому радянському, що сіла і сидиш. Щоб боліло потім. Угу. Ну, діло в тому, що ми ж не сидимо там, наприклад, як полдня, якщо це офісний роботник. Тобто ми посиділи там 45 минут, або час 20, да, як пара йде. Пішли, розмінаємося, тому що все одно, як крути, ну, ягодицы, как вы говорите, начинают болеть. То есть и в спине начинается дискомфорт, мы облокачиваемся и так, и уходим назад. Поэтому, если речь идет о том, что мы полдня проводим, да, вот в офисе, то нужно обязательно покупать удобное кресло. То есть это можно поговорить даже с ортопедом, он поможет выбрать. Потому что у вас должно быть удобное состояние, чтобы вы могли и расслабиться, ну и сидеть ровно при этом. Это очень важно. А тобі, Таран, до речі, зараз, я не знаю, чи Роза дозволить, чи ні, але я придумав. Ну дивись, ми будемо один одного стимулювати. Так. І якщо ти отак от сядеш, понимаєш, тут королева зранку прийшла, вже все. Диви, можу тобі дозволити навіть отак. Я буду діставати із-за крісла палку. Ага. Ага. І палка – це найкращий мотиватор. Так само і я. Ні, нормально. А ти мене можеш ременем бити. Так мы, получается, у Розы забираем реквизит. Дело в том, что этим особо не побьешь. Там кожаный, видела я. Так, є. Ага, і там пряжка металева, щоб запам'ятали. Ну, слухай, а давай краще таку, знаєш, мотивацію, здорово. Все ж таки, заявимо зараз на всю Україну і між собою, що ми протягом тижня будемо звітувати у сторіс, як перед роботою приділяємо 5 хвилин. Я буду вас контролювати. О, а Роза нас буде контролювати. І зробимо такий експеримент. Обов'язково сторіс. Хто не робить... А покарання або придумують наші глядачі, або ти мені 100 гривень. Бо я щось думаю, що ти програєш. А чого це ти зразу 100 гривень? А якщо не зр... ти що не так зробив, мало? То я тебе відправлю на перевиховання до нашої феєчки краси в офісі і чистоти. Ого. Будеш тут по офісу ходити. Оце так. Ну, окей. Роза сидить і думає, Роза, куди я потрапила? На ваших очах, глядачі, це відбулося. Завтра починаємо. Добре, домовились. Роза, я контролюю. Ми тобі дякуємо, ти нас контролюєш, ми з Максом починаємо слідкувати за своїм здоров'ям. Так.
Ну, так. Починаємо. Починаємо. Стартуємо, давай. Знаєш, велика класика мемчиків. Стартуємо. Стартуємо, да. Ну, а ми стартуємо далі наш ранковий ефір. Дякуємо ще раз Розі Гетьманській за те, що показала нам цей цікавий комплекс. Якщо ви не встигли спочатку до кінця його продивитися, є прекрасна платформа YouTube, телеканалу «Правди тут», яка чекає на вас, щоб ви переглянули це відео. Так, Розочка, дякуємо. Так, друзі, і також важливий момент є наразі. Палка – це не завжди боляче. Це навіть приємно з користю для вашого здоров'я. Так, Розочка, ми тобі дуже дякуємо. Спасибо. Ну, реально, тепер здоровіші. Посперечалися, парі забили. На нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато чого цікавого. А для того, щоб завжди поруч з нами, не забудьте підписатися, поставити лайк та дзенькнути дзвіночок. Ми чекаємо вас на нашому YouTube-каналі «Правда тут». We'll be right back.